Все мы видели пару десятков фильмов, в которых герои перемещались по городам будущего на летающих машинах. Многие компании создавали прототипы и показывали его на выставках. Ну а голландская компания PLV смогла довести эту идею до ума и до покупателей, создав вот такую прекрасную машину, которая называется PLV Liberty. Она соответствует всем обычным колесным требованиям и также еще воздушным требованиям как в США, так и в Европе. И данная машина становится летающей всего за 10 минут. Тем самым это дает возможность как покорять скоростные автобаны, так и пространство воздуха. Двигатель PLV Liberty обладает мощностью 200 лошадиных сил, что позволит вам разогнаться до 160 км в час за 9 секунд на земле и летать на максимальной скорости в 180 км в час. Кстати, автомобиль двухместный. Один пассажир и водитель, который должен иметь и водительское удостоверение, и лицензию пилота. Автомобиль будет представлен в двух конфигурациях. Pioneer за 617 тысяч долларов США и Liberty Sport за 369 тысяч долларов. Компания выставит на продажу всего 90 таких моделей.